Всем салют, с вами я, Метатроныч. Распаковочкин, ну я не все распаковочкин снимаю, но этот мне захотелось снять. Открыл уже и такой, думаю, нет, это дело нужно показать. Ну, все понятно, что здесь Huawei Radio Accessoires написано. Programming Cable. Значит, это кабель для программирования. Пришел, интересно, в коробочке, так все, все хорошо. Универсальный такой кабель. Сам еще не открывал, не смотрел. Там кабель, диск. Коробочка долой. Значит, что здесь? Что здесь, если по-простому? А нужно по-простому, потому что большинству именно так и надо, да? Он USB-шный, не знаю, как себя будет вести. Так, выход и куча кабелей таких под различные станции. Тут у нас и под моторы, да, и под что хочешь есть. Итак, и этак, ага, классно. Значит, это вот, по-моему, некоторый кит и пуксинги. Такой расклад нужен. Так, здесь что у нас? Здесь у нас что? Здесь тоже. А тут даже написано-то, да? Ясу, пожалуйста, OX160, 168 и т.д. Текс. Это... под что M88S. Короче, целый набор. Так, ну а здесь вообще разницы нет. Как вошел, так и вышел. Это у нас под что? Под айкомы, да? Под айкомы. Это тоненький разъемчик тоже. Под что-то. Ну, короче, очень... такой удобный кабель. Но у всего этого безобразия есть один минус. Ну, то есть вы сюда USB, тут выбираете, какой вам надо, и щелк, все готово. И программируете. Обычный там, эмулятор компорта, там, и дела. Минусы какие? То, что некоторые программаторы эти, они идут с брачком. Вот здесь USB-части, давайте так называть, то есть на платке, и просто-напросто не работает с радиостанцией. Ну, я проверю, как раз будет возможность, проверю это все, вам расскажу. Ну, теперь вообще здорово. По идее, мне теперь не страшны никакие невзгоды по программированию станции, практически теперь любую могу зашить, прошить. Все, что хочешь, есть. Даже то, что и не нужно, в принципе. Так, ну все, звонят. Побежал я. Окей.